Звездные рецепты для счастливой жизни. Распределение в зодиакальном круге по знакам возникло не случайно, каждый из них имеет особые нюансы. Перед каждым возникают различные проблемы. И решать их помогают индивидуально подобранные амулеты для знаков зодиака. Учитывая специфику темперамента, особенности характера, спектр приоритетов и задач, то, как реагируют на те или иные обстоятельства. Представители того или иного знака зодиака, для них подбираются определенные амулеты. Они призваны сгладить недостатки человека, обусловленные зодиакальной принадлежностью, и активизировать сильные стороны, привлечь в жизнь удачу и благополучие. При их выборе нужно ориентироваться по гороскопу, как индивидуальному, так и общему для знака зодиака, представителем которого человек является. Он подскажет, на какие аспекты нужно обратить внимание, а также какие амулеты выбирать. Драгоценные камни и металл, специальные комнатные растения, фигурки с тотемным животным подбираются всем знакам индивидуально, чтобы сделать его жизнь легче и помочь ему поймать удачу за хвост. Согласно гороскопу, все они делятся по стихиям, которым они соответствуют. Таким образом, они формируют четыре группы – земля, вода, огонь и воздух. Если не хватает легкости бытия, представители земной стихии, телец, козерог и дева, характеризуются рассудительностью, здравомыслием, упорством. Они твердо стоят на ногах и точно знают, к чему стремиться, их цели связаны с материальным благополучием. Им нужны амулеты, которые сделают их жизнь ярче, легче и веселее, научат радоваться каждому мгновению, разнообразят их аскетичный образ жизни. Черпать жизненные силы и найти защиту от негатива знаки зодиака земной стихии смогут в камнях. Агат, алмаз, бирюза, сапфир станут верными помощниками и защитниками в самых сложных ситуациях. Фигурки таких животных, как сова, мифический бык или корова с крыльями, белоснежная коза и черная кошка, помогут этим знакам быть еще мудрее, еще выносливее, еще изобретательнее и находчивее. А вот достичь душевной гармонии, научиться идти на компромиссы и выстраивать взаимовыгодные отношения призваны помочь комнатные цветы. Вышеупомянутые знаки зодиака растения с крепкими корнями, невысокие, но с мощной кроной и толстыми листьями. Когда нужно определиться, в каком направлении плыть тех, чьей стихией является вода, можно назвать натурами романтичными, но при этом сильными, изворотливыми, а подчас и чрезмерно эгоистичными. К ним относятся такие знаки зодиака, как рак, скорпион и рыбы. Усилить их уверенность в себе, гармонизировать внутренний мир и придать решительности помогут амулеты в виде камней. Энергия аквамарина, бирюзы, жемчуга, хрусталя и янтаря поможет им сбалансировать свой внутренний мир. Успех в делах и удачу привлекут к ним фигурки или изображения рака, краба, орла, змееносца, плывущих в противоположные стороны рыб. А также ракушки, как символы водной стихии. Гармонизируют пространство вокруг них и зарядят флуидами позитива грамотно подобранные комнатные растения. Они должны быть с тонкими, длинными вьющимися стеблями. Чтобы огонь не сжигал, а грел такие знаки зодиака, как Овен, Лев и Стрелец, находящиеся под покровительством огненной стихии, нередко вынуждены усмирять свой пыл. Их амулеты должны помогать им расставлять приоритеты и не растрачивать жизненную энергию на пустяки. Ставить перед собой высокие цели, неизменно их достигать, избегать суеты, непростительных ошибок и всегда оставаться на коне помогут фигурки тотемных животных. Мифический мудрый кентавр, величественный лев и орел, грациозный олень помогут огненным знакам без лишней суеты добиваться успеха и будут приманивать к ним удачу. На них также возложены защитные функции. Умиротворение и гармонию принесут комнатные растения, непременно светолюбивые, с яркими ароматными цветами. А силы и уверенности придадут украшения со счастливыми камнями, алмазом, бирюзой, гранатом, ониксом и сапфирами. Музыка ветра, веселящая жизнь, веселые и жизнерадостные знаки зодиака, относящиеся к воздушной стихии, близнецы, весы и водолеи. Кажется, созданы для того, чтобы наслаждаться жизнью, делать окружающий мир красивее и интереснее. Но им не хватает стабильности и определенности, потому их амулеты направлены не только на то, чтобы приманивать удачу и выполнять защитные функции, но и помогают им обрести твердую почву под ногами. Декоративные весы, модели самолетов, фигурки, изображающие птиц, помогают людям открывать для себя новые горизонты, рождать новые грандиозные идеи, искать неординарные решения волнующих человечество проблем.
Быть более собранными и решительными, определиться со своими интересами призваны помочь камни, агат, сапфир, малахит, изумруд и жемчуг. Умиротворят и наделят жизненной энергией комнатные растения с пышной воздушной кроной, тонкими листьями и небольшими цветами. Интересно об амулетах.